Итак, ребята, всем привет! Вышла для всех macOS Sonoma 14.1. Немножко поменяли номер сборки. Мне тоже пришло обновление. Что могу сказать? Очень даже неплохо. Ничего не зависает. По сравнению с Ventura 13.1, багов я не обнаружил. То есть их попросту нет. В настройках все прокручивается. Для меня это было важно, и по сей день важно. Все работает исправно, виджеты также, все открывается. Рекомендую к обновлению. Маленькое объявление еще. В ночь с 30 октября на 31 октября Apple анонсировала вторую осеннюю презентацию. Посвящена эта презентация будет компьютерам Mac. И по моим предположениям, это просто предположение, будет показан, наверное, Mac Pro. Настольный компьютер на чипах Apple Silicon. Очень хотелось бы увидеть еще iMac Pro. Давно не обновлялся с 2017 года. Ну и какой-нибудь iMac 27, как я думаю. Вот эта линейка тоже давно не обновлялась. Последний компьютер iMac 27 дюймов. Это на 10-м поколении Intel. То есть я жду от Apple iMac 27, iMac Pro и Mac Pro на чипах Apple Silicon. Что касается MacBook'ов линейки Pro, я пока что не вижу смысла их обновлять. Хорошо бы увидеть какой-нибудь новый Air, еще один. И, наверное, Mac Mini новую интеграцию, но я думаю, что это вряд ли. Посмотрим, поживем, увидим. У нас будет стрим с итогами презентации. В гостях будет разработчик Apple Ярослав Гаврилов 31 октября в 18:00 по московскому времени. А Apple проведет свою презентацию в ночь с 30 октября на 31 в 3 часа ночи по московскому времени. Мы это все посмотрим, чтобы быть в курсе. И на стриме как можно подробнее об этом поговорим. Если данный ролик был полезен, понравился, ролик просто информативный, лайк, подписка, комментарий, вступаем в наше дискорд-сообщество, подписываемся на группу ВКонтакте. Всем пока, до встречи на стриме 31 октября вечером.